Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня будет бомбовое видео. Игра будет на Android или на iOS. Но перед этим хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк, так как будет просто бомбовое видео. Оно будет короткое, по сути, по существу. Времени, ребят, извините, позднее, не так много времени, но думаю, для того, чтобы была возможность вам заработать, я снимаю этот короткий обзор. Вот. Если хотите подробный обзор по поводу этой игры, чтобы я разобрался и более снял, когда-то я уже давным-давно играл в эту игру, вот. Был уже когда-то давным-давно этот обзор, это про игру Мир 4, кто знает, кто нет, вот. Это Мир 4, или называют его как Мир М, вот так выглядит боевка данной игрушки, то есть мы бьемся с различными, также есть боевка автоматом и также сама добыча ресурсов. Вот, можно скачать игрушку на, как я говорил, на Android. Вот, и 100 тысяч стали довольно-таки мало, немного, но добыча довольно крутая. По доходности скажу немножко позже. Вот, там у меня все написано на посте. Ну, а как видим, вот такая вот боевка происходит, такая вот графика. Ну, как видим, вот, 100 тысяч черной стали, это один дрон, то есть один монеты дрон, это примерно 10 долларов. Менять можно на сумму до 10 токенов, то есть приблизительно на 100 долларов. Обесценилось, не могу сказать точно, но знаю то, что еще давным-давно эта игрушка была. Это самая первая игра с открытым миром, которая вообще игрушка появилась и залистилась. Ну а что написано в посте, что нужно прокачаться до 26 уровня по сюжетке. Выполнить все спецквесты Некрополь настоящего храбреца. Для улучшения добычи прокачивайте 3-4 уровень профессии для кнопки руды в начальной локации. Ну и скачать игры можно на Android или iOS. Вот. И что хочу сказать, что 3-4 уровень профи руды же, это чтобы быстрее добывалась руда. Ну а скачать игру можно на Android, я думаю, нет ничего сложного, это то, что я вам говорил, вот, что игрушка рассказывает поверхностно, в принципе, заработать здесь возможно реально. Все ссылки в описании будут под этим видеороликом. Если хотите максимально подробный обзор по данной игрушке, пожалуйста, напишите в комментариях под этим видеороликом, буду очень благодарен. Ну и также поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока, хорошего профита. Итак, мы нажимаем по ссылке в телеграм-канале или же по ссылке под видеороликом именно со смартфона. И сейчас вам продемонстрирую, как это все происходит. Ну, я перехожу, нажимаю на Google Play, оно автоматически переходит, и нажимаю «Установить», и устанавливаю. Нажимаю «Войти», можно через почту, можно напрямую найти данную игрушку, и, естественно, перейти и зарегистрироваться на данной игре. Сейчас мы ее попробуем скачать через Play Market. Как видим, есть несколько выборов, да, то есть, вот, есть Мир 4, Мир М, то, что мы видим. И что же выбрать, как говорится. Сейчас будем с вами вместе разбираться. Ну и естественно мы скачиваем Мир М, потому что, как видим, это тот же самый пост, что я говорил. Это та же самая игра Мир 4, но Мир 4 уже соскамилась, а это, ну, та же самая игра ролевая Мир М RPG. То есть мы играем, как я показывал, с различными боссами. В принципе, не так еще много раскачано. И я так понимаю, не так много еще играют и особо юзают в эту игрушку. Поэтому я думаю, не так соскамилась, как та игрушка Мир 4. Потому что Мир 4, как видели мы перед этим, уже играет около 5 миллионов человек. 5 миллионов скачиваний. Поэтому я думаю, там токен очень быстро сейчас проседает. Ну, нажимаем мы играть, как всегда. Вот идет загрузка данной игры. Вот как мы видим с вами. Стоп, секундочку. Пардон. Вот. Идет такой вот слайд игры, то есть видеоролик. Стартовый. Графика здесь реально очень-очень крутая, я вам скажу. Ну, нажимаем Start Game. То есть идет, есть обновление, нужно там подождать обновление. Это все лучше сделать, естественно, через Wi-Fi. Как только вы сделаете это обновление, вы можете, в принципе, играть и юзать себе спокойно, без всяких проблем.
Пока идет обновление, что я хочу сказать и что я бы хотел добавить. То, что здесь есть автобой, то есть вы можете смартфон отключить, чтобы он тушился, так скажем, тух экран. И, например, нажать автобой, и он будет автоматически бегать, лечиться и так далее, что тому подобное, пока не закончатся хилки. Играть и, естественно, прокачивать свой персонаж. По крайней мере, так было в Мир 4, в Мир М, посмотрим, что и как оно будет. В принципе, пока мы будем юзать, ну а там, естественно, конечно же, посмотрим. Вот. В дальнейшем я покажу саму постановку игры, что и как, что зачем, как обновится. Ну а пока есть вот такой вот мини-обзор. Там нет ничего сложного, там просто ходите, бьете, бо, как видите, загрузка идет очень-очень долго, а уже время, как говорится, на сон. Поэтому, ребят, огромная просьба, поставьте лайк, подпишитесь на канал, видео было, я думаю, ознакомительным и очень крутым. Если же вам понравилась эта игрушка, пишите в комментариях, расскажу более подробно, вплоть до самого вывода. Только, пожалуйста, по максимально отозвитесь на этот зов, как говорится, природы. Вот. Поставьте максимум лайков и максимум комментариев. И скажите, что вы думаете по данной игрушке, или стоит вам подробный обзор показывать вместе с выводом. Всем пока-пока.